Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы приготовим для вас пиццу и суши. В моем личном исполнении. Я никогда ничего не готовил, чисто в качестве эксперимента для себя. Попробуем, как оно вкусно, невкусно, получится мне или не получится. И в конце я отвезу бесплатно подписчику попробовать сегодня наш продукт. Ну а вы, если захотите заказать у нас доставочку на дом в город Чернигов, ссылочку на сайт я оставлю и на Instagram в описании. Заказывайте, вводите промокод HOLDIK и получайте скидку. Всем приятного просмотра. Погнали. Сегодня мы работаем с Любой, сегодня мы крутим суши. Поехали разгружать и готовить заготовки. Для этого понадобится 130 грамм риса. Берем листик нори и раскладываем его на рис так, чтобы сверху был зазор ровно 1 сантиметр. Равняем ладошкой, переворачиваем и уже бамбуковой циновкой прижимаем. Для ролла джокер нам понадобится икра масала. Берем большую ложку икры и точно так же равномерно распределяем по всей поверхности риса. Затем переворачиваем листик нори и выдавливаем крем-сыр. Две полоски. Заранее нарезанный огурец кладется за крем-сыром, чтобы удобно было разворачивать. Вкладываем лосось вверх крем-сыра и заворачиваем в ролл. Немножко поддавливаем и продолжаем скручивать. Формируем квадратный ролл с помощью бамбуковой циновки. Подбиваем края и идем на порез. Смачиваем ножик и начинаем нарезать. Выдираем нож от крем-сыра, чтобы ролл был чистым. Еще, ребят, от меня одна маленькая просьба. Не обязательно что-то заказывать, а просто, если вы не с моего города или с другой страны, но хотите хоть как-то поддержать начало моего развития, просто перейдите по ссылочке в описании вот на этот сайт. Это наш сайт, собственно говоря, где вы можете и сделать заказ, и просто посмотреть ассортимент нашего меню. Просто сделайте какую-то активность, перейдите, либо просто вбейте, не знаю, в гугле «Икура Чернигов», и вы этим запросом очень сильно нас продвинете. Заранее благодарен каждому. Приятного просмотра. Ну что, теперь шаурма в лаваше. We'll be right back.
Если любите шавуху, вам должно понравиться. А сейчас, ребята, будет готовка пиццы, но прежде чем мы перейдем, я хочу дать несколько комментариев по поводу тех вопросиков, которые были под предыдущим видосом, потому что люди спрашивали, почему пицца готовилась без перчаток, это ведь, наверное, небезопасно и так далее. Так вот, я хочу просто эту ситуацию прокомментировать. Мы перчатки не одевали не потому, что у нас их там нету, или нам их лень одеть, или там, я не знаю, пренебрегаем санитарными нормами, нет. Обязательно на кухню, войдя повар, он обязательно моет руки перед тем, как зайти. А также перед любой готовкой пиццы пищи руки повторно моются и обрабатываются антисептиком, то бишь все стерильно. Но почему же не одеваются перчатки? Потому что в перчатках очень трудно чувствовать структуру теста, и вот голыми руками именно удобно раскатывать и прочувствовать тонкость и так далее, вот эти все моменты. Я, конечно, не повар, в этом ничего не понимаю, я просто сам задавался этим вопросом. Интересовался по поводу этого. И перчатки тоже не есть залог стерильности, потому что повар может взяться где-то в одном месте, в другом, третьем, и они ничем не обрабатываются, поэтому мытье рук и антисептик куда эффективнее. Но есть одно но. Перчатки обязательны при использовании приготовления блюд, которые в дальнейшем не подлежат термообработке. Но имеется в виду нагрев свыше 80 градусов. А как мы знаем, пицца, она у нас в духовочке, поэтому там все термообрабатывается. Ну и при этом, еще раз повторяюсь, руки обязательно мылись и обрабатывались. У нас все на кухне чисто и стерильно, поэтому не переживайте, это не было пренебрежением. То есть это было специально сделано без перчаток, потому что пиццу готовить так проще. Вот и все. Не переживайте и приятного просмотра. Полетели. Итак, опасный момент. Сейчас буду готовить пиццу для вас. И я, человек, который яичницу ни разу не готовил. Хорошенечко муки возьми, и если сильно толстое тесто, значит оно никуда не пролезет. Знаете, так делать, для чего мы делаем? Чтобы тесто пролезло. Мы хорошо его раздавливаем, формируем такой кружку. Потом берем максимально муки и запас. Растягивай сразу. Слева, справа и справа. О! Молодец. Пенить. Да, теперь муки чуть-чуть. Так? Не больше. Не, нормально. А, я думаю, не отстает, да? Все, муки больше не надо, теперь продолжаем. Давай, катай. Тяни, тяни. Прям. Так, ну давайте расскажем немножко про процесс. В общем, тесто раскатали, раз туда-сюда. Антон, что теперь мне надо сделать? Наливай 70 грамм соуса. 70 грамм соуса? Так, кушку на центр стой. Так. И начинаю размазывать. Так? Да, да, да. И не берем. Смотри, берешь так. Угу. Просто одним движением. Подлатали. Немножко обжегся. Так, пиццу мою уже пора, она уже кипит. Уже горячий, готовый продукт в этой зоне. Так? Так? Да. Не уклоняйся. Ну, одевайся. Туда и назад надо или только потом? Нет, вперед. И все, да? Есть? Да. И вот так? Да. И вот так? Да. Итак, ребят, мы приготовили три пиццы сами, тестовые, не знаю. Если кто-то хочет,
напишите, куда привезти. Чисто заценить. Ну, может, две. Одну я съем сам. Короче, спекли пиццы, две замолотили сами. Три у нас осталось. Чисто бесплатно отвезем подписчикам сейчас. Не знаю, две или три. Убираем за собой рабочее место. Подгорелые, а теперь сделает Антон по-своему, как он покажет, быстренько это делается. Итак, упаковываем подписчикам. Сейчас подписчикам свеженькую привезем вообще с любовью подарок, так как мы еще не открылись, поэтому... Все, друзья, загрузил вот чемоданчик, еду развозить подписчикам и своим знакомым. 4 пиццы сейчас бесплатненько бонусом людям заценить. Так, второй клиент первой сестре было, ну там. Сейчас еще один подписчик, причем знакомый подписчик. Погнали. Слушай, ну мы старались. Мы Я старался тоже в сторис. Без поваров, но... Вам готовил, круто. Смотри, еще горяченько. Спасибо. Класс. Все. Сейчас кушайте попробуем. На здоровье. Сейчас, спасибо. Все. Приятного аппетита, я поехал дальше. Много, да? Третий пассажир. Мы так хотели сделать заказ, мы сегодня. Вы еще что, не что? Занимаете заказ. А мы еще не открыты. Да. Мы еще стажируемся и вот как раз зацените и скажете. Приятного аппетита, хорошего вам вечера. Да. Так, говорю, короче, вон, смотри, два заказа, везем горяченькую, свеженькую, торопимся, пицца, пицца, быстренько, горячая. раз, за нами. Привет! Здорово, привет. Здрасте! Привет. Букетик есть у меня. Что? Букетик есть. На, бери. Аккуратно. Смотри, она сейчас откроется с той стороны. Где? Да, 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 она такая. Так, вот двери, поднимай. Дякую. От все. Души. Приятного дяку. Аппетита тебе. Спасибо большое. Ну, мою пиццу на шару. Вот это экстрейн напал, как год. Все. Дякую от души душевно в душу. Давай. Едем дальше. Я хотел это обрадоваться. Подожди, мы заказывали. Да я сумку заказывал. Заказывал? Да, заказывал. Хотел. Вчера же заказывал. Хотел утром видел тебя. Ты что? Ты сам должен. Опача. Так. Открывай. Вау. Красота.
Так. Детская шампанское. Детская, да? Безалкогольная, все. Шампанское, но шампанское. Да, нам спасибо. На работе пить нельзя, спасибо так большое. Что, молодцы, класс, ты что, процветание нам. Ты попробовал, сейчас я сказал. Да? Давай, что. Пока искренние эмоции. Ну, ребята, дай богу. Процветание, бомба. Спасибо. Огонь, всем рекомендую. Все, вы рады. Спасибо. Вот и хорошо. Клиент доволен. Сказал, вкусно. Ребята, сегодня маленькая акция. Одну пиццу угощаю любого подписчика, кто подойдет самым первым на проспекте Мира. Ищите Егора Чернигова, сами гуглите, если не знаете адрес. Одну пиццу подарю, либо съедим ее вместе. Сейчас еще одну акцию сделали. В общем, одну пиццу подарим подписчику. Первый, кто подойдет, тому и сразу отдаем пиццу. Ну, либо если придут сразу несколько человек, то сами ее разберут, поедят вкусно. Вот. Одна пицца совершенно бесплатно для тех, кто самый первый подойдет. Вообще, у меня есть идея сделать акцию и один день вообще бесплатно кормить с нашего рестика. За мой счет, конечно, сильно в убыток будет, но я хочу это сделать, накормить, не знаю, полгорода, попасть на крупную сумму. Ну, не знаю, стоит это делать или нет. Поставьте лайк, если хотели бы. Вот. Ну и ждем сейчас подписчиков. Кто первый подойдет, тому и пиццу отдаем. Одну я себе заказал, сейчас на дачу еду, а одну решил так, чисто с инстаграма подписчику, кто придет, отдать. Мало ли, вдруг кто-то рядом, заодно и сфоткаемся. Опа, а вот у нас первый чувачок подошел, привет. Посторится? А, да. Сейчас пиццу-то готовят и съедим ее. Возможно, еще кто-то подтянется, поделишься? Мой друг идет. Поделишься? Да. Опа, не успела пицца подготовиться, как уже еще один подошел. Привет. Привет. Пиццу пришел кушать? Да я с ним, я его друг. А, сейчас, ребята, доготовится, чтоб тепленькая. Вот, сделаем фоточку и попробуйте пиццу. У вас инстаграм есть? Да. О, отметите. И всех, кто вообще заказывают или какие-то акции выигрывают, отмечайте нас, меня в инстаграме. Я буду добавлять себе на страничку. Так, сделали две. Покажи первую. Это у нас мясной бум пицца. Как раз... Так это ж мясной бум. Ну да. Ты... А, ты эту хочешь, да? А покажи вторую. Так ты сейчас ее увидишь. Здрасте, я сделаю, мне надо фотку сделать. Да. Это вторая. Ага, сейчас сделаем фото и будем кушать. Да что вы стесняетесь, берите, давай я подержу, а вы кушайте, пробуйте горяченькую. Как там салфеток вынесет? Вкусно? Красота. Ну что, ребята уже едят. Спасибо. Кто не успел, тот опоздал, как советую говорится. Советую всем. Пицца, мясной бум. Комментарий писал в этом ютубе, я видел. Он 6 пицц уже заказывал. Я знаю, ну чтобы этот. Пацаны, вы за пиццей? Да? За пиццей? Ну, вы немножко опоздали, но идите, мы ж поделимся, что мы не будем. Поделитесь? Конечно. А у вас еще пол пиццы, смотри. Залетай, пробуй. Бери, потому что я скоро уезжаю, так что. Угощайся, угощайся, не стесняйся. Только аккуратно. Пожалуйста. Вкусно? Да. Ничего не упадет, ты так держишь ее? Да, да. Нормально. Итак, привез заказ своему тренеру. Чисто от себя. От нас! Не от себя, от нас. Роллы. И пиццу. А, такой вот заказик. Поехали отдавать. Привет. Здорово. Доставка, ну, пиццы? В смысле? Не, ну открывай. А, у тебя тут съемка. Мне нельзя, типа, тебе нельзя трогать. А потом отметишь, посмотришь. Ну ты так. Поделишься ж с Юлей там. Да я всеми. Тут со всеми поделюсь, мне столько не надо. Шо тут вообще? Тут так это все... там с этом мы разных. Вот так вот шо? Ты что, пиццу тут привез? Да, там и Юля, все там. Ёханы, там. Там Лена там. Очень много мяса. Если вы наборем или у вас чутню, обращайтесь. Все. Тренер, тренерша довольны. Мой тренер, а тренер Шалены. Вот. Ну, как они едят, пробуют, мы не снимаем, чисто развозим. Вот, кто с Чернигова, тоже можете заказывать, отмечать в сторисах там.
И я буду периодически какие-то делать акции чисто от себя. Буду там, допустим, один день, я буду развозить там определенным своим подписчикам заказы. Поэтому, кто с Чернигова, заказывайте. Эти дни я буду где-то анонсировать, чтобы вы знали, если вдруг вам интересно. Вот, а так в целом, если что, ссылка, конечно же, в описании на Икуру, на нашу пиццерию. Пробуйте, заказывайте и оставляйте свои отзывы.